практически в полном составе, но не в полном, в половинном. Ну и гость у нас из Лито, Сергей Посадского, свиток. Литовиток ни в коем случае не считает себя каким-то островом необитаемым. Нет, мы являемся, ну да, независимым в какой-то в частной мере, но, в общем-то, филиалом свитка. Все-таки наши старшие братья – это в Сергиевом Посаде, в библиотеке имени Горловского, а мы вот во дворце «Космос» в Пересвете. Ну, я думаю, что, может быть, этот дворец будет тоже что-нибудь имя когда-нибудь иметь, но сейчас пока этого нет. Итак, вот сегодня эта встреча с поэтами Крыма, с поэтом Крыма и с поэтами Пересвета и Сергиева Посада, она состоялась благодаря тому, что пришли люди на эту встречу, хотя агитация с нашей стороны была нулевая. Кроме одной, по-моему, афиши, ничего в Пересвете не было, но, тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы народ пришел. Я думаю, что эта встреча первая, но не последняя. Этот мост Пересвет-Крым будет постоянно действующим, и, в общем-то, этот зал будет не вмещать всех желающих услышать поэзию Крыма и попискивание витка и свитка в этом зале. Ну, сейчас лекцию я свою, наверное, закончу. И тоже наши почитают, да? Или как? Или все это мы закончите, а потом мы начнем. Давайте так. У микрофона прочитайте нам свои. Да, вот так, да? Хорошо. Тогда мы для знакомства. Сейчас у нас, я попрошу выйти вот на это ресталище члена Союза писателей России Ключникову Галину, и она нам тоже кое-что скажет, и, возможно, даже почитает свои стихи. Верно ли? Все, вот договорились. Как скажете, да. Ну, вы же прямо прибедняетесь, литок – это часть свитка, и не самая его, так сказать, маленькая. И мы гордимся тем, что витковцы, они всегда присутствуют на занятиях свитка. Да, ничего. А можно? Ну, наше литобъединение через год будет праздновать свое 40-летие, потому что оно возникло в год Олимпиады, открытия Олимпиады в Москве. В 1980 году, и было очень много замечательных руководителей нашего литературного объединения. Ну, хочу сказать такие имена, как Горловский Александр Станович, имя которого носит библиотека, в которой мы сейчас занимаемся. Потом был небольшой перерыв, тяжелые годы перестройки, и Владимир Николаевич Сосин возродил наш ЛИТО. Когда я стала Владимиром Николаевичем, его, так сказать, ношу нашего свитка подхватил его друг и наш активный свитковец Голубев Валерий Александрович. Ну, к сожалению, Валерий Александрович тоже уже с нами нет. Вот. Сейчас уже 8-й год ЛИТО возглавляю я. И каждый раз, вот, когда приходит новый руководитель, наше литературное объединение как-то вот новой гранью поворачивается к окружающим, какие-то новые аспекты. Вот в данный момент я хочу сказать, что наше ЛИТО очень активно сотрудничает со многими литературными объединениями Москвы, Московской области. У нас проходят литературные рождественские встречи. 5 января уже вот 7-й раз будет в этом году. Приезжают поэты Москвы, Московья. У нас очень много членов Союза писателей, вышедших из литосвиток. Вот. Наши авторы публикуются в различных альманахах, журналах, сборниках, выпускают свои книги. У нас в городе и в районе проходит много поэтических конкурсов, фестивалей. Наши члены свитков ездят и участвуют в той же Твери, в конкурсах, фестивалях. Вот мы подружились очень хорошо с Бежецким, Литон.
участвую в их фестивале, они, соответственно, приезжают к нам. Ну, в общем, рассказывать можно долго, и до вечера хватит все это слушать. Давайте пусть звучат стихи. Я почитаю два стихотворения. Одно, значит, такое ностальгическое. Там, где мои 17 лет. Здесь точками следы дневных капелей. Здесь плач сосулек радостью звенит. Здесь тает снег от зова птичьих трелей. Бульвар весенней радостью умыт. Под тень деревьев схоронить зима пытается остатки впечатлений. Но запоет вдруг, зазвенит сама, отдав ручьям струну своих волнений. Здесь я и ты, нам по 17 лет, влюбленность первая кружит по переулкам. В кармане прячется подснежников букет, и стук сердец звучит на батом гулке. Здесь первый поцелуй, румянец щек, и мамин вздох, ее слеза украдкой. Здесь пишет мне записку паренек, отгородившись в клеточку тетрадкой. Здесь много лет счастливых впереди, здесь много планов, оптимизма и амбиций. Здесь жажда жизни и любви летит, без боязни обжеться к солнцу птицы. И еще одно стихотворение. Ну, в связи с тем, что у нас все-таки зима пришла, и Новый год впереди. И вот хочется что-нибудь почитать по этому поводу. Ну, тут. Да? И убираем. Вот. А в детстве Новый год пах мандарином, и елкою, и красочной слюдой. Предновогодний день казался длинным, рождалась радость с первой звездой, ведь каждый знал, что под покровом ночи к высокой яркой елке в уголке подарок, что хотел ты долго очень, волшебник дед несет в своем мешке. Кулек конфет и сладких мандаринов, коня качалку брату, мне коньки. Забылись вдруг под бой часов старинных, и снились нам на елке огоньки. А утро начиналось звонким смехом и ароматом вкусных пирогов. Сегодня отзовется детство эхом. Мой Новый год. Я жду его шагов. Спасибо.